Это культурно-социальный проект, реализуемый при поддержке Федерального министерства культуры и Министерства образования и науки. В основе лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи. С помощью высокоскоростного интернета и современных технологий идет прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в различных городах России. Такие мероприятия важны и нужны, особенно для учащихся 10 классов, потому что, несмотря на то, что город Сочи избалован театральными коллективами, но посмотреть постановки ведущих театральных трупп России – это, конечно, большая честь. Сегодня на всероссийский театральный урок пришли 190 школьников. Ученикам 10 классов показали спектакль «Вишневый сад» в постановке Московского художественного театра имени Чехова. Произведение ребятам знакомо, его изучают по школьной программе. Но вот так увидеть, как оживают персонажи и их чувства на сцене, доступно единицам. Сегодняшний же сеанс совершенно бесплатный. Хорошее мероприятие, которое помогает школьникам, даже кто не прочитал эту пьесу, узнать о ней побольше. И, ну, кто не любит читать, а любит смотреть фильмы, это замечательная возможность. Продолжится «Театральная Россия» уже 27 апреля. В 19:00 состоится онлайн-трансляция спектакля «Посвящение Еве» театра имени Вахтангова. Это будет открытый показ по специальным низким ценам. 150 рублей взрослый билет и 100 рублей детский.